Красочный мурал появился на одной из многоэтажек в молодом микрорайоне Пинска на улице Шапошника. Авторский рисунок художников Евгения Сосюры и Сергея Рысакова создан в рамках большого арт-проекта «Традиции деля будучини», организованного к столетнему юбилею Беларусьбанка. На протяжении всей прошедшей недели взгляды жителей микрорайона Радужный приковывали работающие на высоте девятиэтажного дома художники. Евгений Сосюра и Сергей Рысаков занимались созданием монументальной картины, украсившей стену многоэтажки в этом еще молодом районе. Пинск был выбран первым городом в рамках большого арт-проекта «Традиции деля будучини», благодаря которому в 10 городах Беларуси появятся подобные авторские рисунки. Проект приурочен к столетнему юбилею Беларусьбанка, который старейшее финансовое учреждение страны отпразднуют в следующем году. Беларусьбанк – это крупнейшее финансовое учреждение с богатой историей. И поэтому руководством банка было принято решение реализовать масштабный республиканский проект, также связанный с историей. Сюжеты белорусской мифологии, городские истории и легенды будут транслироваться через современные арт-объекты. В серии подобных муралов будет отражена богатая история и культура Беларуси. Не случайно Пинск был выбран первым из 10 городов, где появилась большая яркая картина на стене многоэтажного дома. Столица Полесья с древних времен славится своими торговыми традициями. Отсюда и сюрреалистичный сюжет мурала. Современный молодой человек на старинной ладье символизирует неразрывную связь прошлого и настоящего. Идея конкретного смысла не несет, здесь просто собраны образы, связанные с развитием. То есть тут будет современный парень, который на старинной ладье плывет. Тут, ну, это как символизирует походы из варягов в греки, то есть торговые пути, там небо, день-ночь, то есть такие вот переходы, то есть тут больше визуально интересно обыгранный сюжет с использованием различных, не знаю, иллюзий. Евгений Сосюра и Сергей Рысаков, работая над своим авторским проектом, на высоте проводят по 6-7 часов весь световой день. И с каждым часом площадь красочного изображения становится все больше, раскрывая полный символизм и замысел художников. В паре молодые, но довольно опытные художники-муралисты работают уже много лет, ведь одному масштабные работы выполнять сложно. И он как-то мне предложил, а не хочешь порисовать? Это был, помню, фасад пятиэтажного дома. А я тогда без опыта, ну, немножко страшновато было. Непривычно, думаю, как это так буду рисовать, такие большие работы. А потом как-то посмотрел, получилось, и слились. То есть и нет такого, что я рисую одну часть, он другую, и у нас все разное. У нас как-то все так совместно. Определенных задач у каждого из художников нет, как нет и конкретного разделения обязанностей. Строительная люлька, она длинная, то есть я стою на одной половине, а на другой. То есть мы порисовали, потом слазим, смотрим. И в процессе еще мы один приходит на что-то там, на моем месте рисует, другой на его месте. То есть меняемся. Сергей Рысаков и Евгений Сосюра вместе создали уже более 10 подобных муралов по всей стране. Но в Пинске они работают с особым трепетом и теплотой души. Ведь оба художника пинчане. Для каждого из них это город сердца. Поэтому особенно приятно оставить что-то после себя именно родному городу и своим семьям. Я предложил в Пинске делать. То есть, ну, вопрос был подыскать объекты. Ну, первым делом, конечно, Пинск интересно работать здесь. Для меня это всегда как-то необычно, как-то очень приятно, прям как будто бы какая-то честь для меня. Мама у меня прям, ой, все, сынок, такой молодец, ой, какой ты уставший пришел, ой-ой, как, ну, довольна, но мне как прям неловко как-то. Новый арт-объект, украсивший молодой микрорайон Пинска, это начало масштабного республиканского проекта. Продолжением станет мурал в Мозыре, над которым также уже ведутся работы.